Глобальные изменения пришли в Gridbox версии 2.4.1. Это смена цвета, новая вкладка Colors, цвета разбита по категориям, что позволяет нам менять глобально цвет всего дизайна сайта. Вы это видите сейчас. Также наследие шрифтов. Просто глобально меняем шрифт и шрифт меняется на тот, который нам нужно. На плагине, на меню, как это все работает подробнее в этом видео. Поехали. Чтобы увидеть сразу изменения, позволяющие нам менять, например, глобально цвета, нам нужно установить чистую установку, то есть на джумлу поставить Gridbox 2.4, то есть чистую с нуля. Что делать с сайтом, который уже существует, скажу чуть позже. То есть, смотрите, я специально сделал первый блок, сделал разделение секции, чтобы вам показать. Теперь у нас вот здесь глобальные цвета. То есть мы сначала заходим сюда, тема, потом colors. И здесь разбито на категории брендинг, типография, бэкграунд и так далее. И внизу у нас есть кастомные цвета, где мы можем просто кликать по цвету. Это те же цвета, то есть, например, наши индивидуальные. Да? Мы можем их задать здесь спокойненько, код цвета. Или просто двигая ползунком мыши, да, меняя цвет. Таким образом, Color 1, он так здесь и останется, чтобы мы потом могли сюда прибегать и менять цвета нашего сайта так, как нам это нужно. Но мы можем, например, делать так. Вот сейчас меняется цвет кнопки плагина «Подробнее» разделителя вот здесь на первой кнопке примере, да, то есть цве... кликаем по кнопке, да, и вы видите меняется цвет, также меняется цвет вот здесь на кнопке home, то есть именно цвет самого текста кнопки. Вот смотрите, делаю зеленым, кнопка зеленая, разделитель зеленый, текст меняется тоже здесь. Например, делаем background белый, меняется background, то есть все меняется отсюда. Соответственно, эти цвета все вы тоже здесь можете поменять на свои, да? Теперь, что может произойти с рабочим сайтом? То есть так сразу меняться не будет, потому что по умолчанию настройки выставлены в э, другие у плагинов. Например, если мы сейчас зайдем в плагин кнопка, зайдем в дизайн. И вот здесь вот видите, у нас уже стоит вот именно не код цвета, а вот именно примерий. Если мы с вами поменяем цвет, то есть мы можем поменять цвет здесь или перейти вот сюда и также видеть эти все брендинг, например, да, типография и кастомные цвета, наша палитра здесь. То есть смотрите, я просто меняю цвет, и если я сейчас пройду в глобальные цвета, начну менять цвета глобально, вы видите, что уже кнопка не меняется, да, сейчас вот я меняю только разделитель. Соответственно, если у вас рабочий сайт и вы хотите также, чтобы у вас глобально менялся цвет всего сайта, вам нужно будет зайти в кнопку, зайти в дизайн. И фон кнопки э, перейти вот сюда вот, на иконку заливки, да, и выбрать брендинг. То есть, чтобы вот здесь вот стояла примери, вот, да вместо кода цвета. Тогда цвет сразу меняется, видите, и подцепляется глобальный. Соответственно, для любого плагина, который имеет цветовую какую-то свою гамму, любой плагин Gridbox, я имею в виду, а также может быть подвержен глобальному смену цвета прямо из глобальной палитры вот здесь вот Color. Соответственно, я еще раз повторяюсь, внизу в самом Custom Colors, то есть ваши личные цвета, вы меняете вот здесь вот код цвета на ваш. Если вы хотите потом пользоваться этой палитрой удобно, чтобы подбирать цвета, да? Или вы просто здесь подгоняете сразу э, именно, например, брендинг цвет подобрали, потом идете в типографию, то есть это тайтл заголовок, субтайтл подзаголовок, текст, иконка, цвет иконки, также все меняете. Соответственно, когда добавите иконку, вот сейчас я выбрал синюю, значит иконка будет синей, да? Или красная, иконка будет красной. Также произошли глобальные изменения с типографией, со шрифтами. Давайте посмотрим. Если перейдем в глобальные, основные, у нас появился вот здесь вот основной цвет, вот этот вот best font, он у нас здесь выбран. Если я ниже шрифт, например, меняю роботу, он меняется сейчас на кнопки и на а, кнопки плагине, да, и кнопка меню home. Вот обратите внимание, меня меняется здесь и там. Соответственно, если выбираю H1, вот у меня заголовок H1, он также здесь меняется. Соответственно, если ваш сайт не новый, то есть на Gridbox он уже существует, чтобы наследовать шрифты в плагины Gridbox, то есть кнопка подробнее, вы делаете то же самое. То есть у вас глобально вот здесь вот вы шрифты меняете, но на кнопке, например, меняться не будет. Вы заходите в кнопку дизайн. Во всех плагинах, где используются шрифты, вы вставляете вот это вот слово. То есть на чистом гридбоксе по умолчанию это уже выставлено. То есть вот это вот слово настройка. да. То есть если вы выберете что-то другое, то есть вы уже выбрали сейчас шрифт, то если я начну глобально менять шрифты, на кнопке шрифт меняться не будет. Это также подойдет, если вам не нужно менять глобальный шрифт. Вы его просто также индивидуально настраиваете в самом плагине, в данной кнопке. Если нужно, чтобы глобально шрифт подцеплялся, то вы выбираете вот первое вот это значение. Соответственно, фонд, вот этот вот тоже стиль, тоже стоит здесь по умолчанию задан э, подцеплять из глобальных настроек. То есть вот таким вот образом. И любой плагин Gridbox, э, в котором используется текст, то есть, значит, есть настройка шрифта, сейчас в чистый Gridbox выставлено все, то есть подтягивать из глобальных настроек. Соответственно... Добавить новый шрифт, вкладку вынесли теперь вот сюда, смотрите. Библиотека шрифтов, знакомое нам уже окно, где вы можете удалять шрифты, выбрав его галочкой нажать удалить, да? Также добавить Google шрифт или добавить свой шрифт индивидуальный. Также в Gridbox 2.4.1 исправлены многочисленные ошибки и закрыты серьезные уязвимости Gridbox. Более подробные Информацию вы сможете найти на сайте разработчика. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт лендинг пейдж в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик. Вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.